Ребята, всем привет! Вы на канале Сибирский Бродяга, с вами Жека. В общем, у нас уже наступила такая полноценная весна. Сегодня на улице градусов 15 где-то. Вот. Обещают, вот всю неделю стояла такая погода солнечная, ясная. Ну а сегодня маленько захмурилась. Обещают небольшой дождь. В общем, сегодня у нас 15 марта. Время сейчас 11 утра. Мы выбрались на природу. Сегодня спробуем вырезать из дерева чашку. Чашку будем резать. И готовить, друзья, будем окуней жарить. Так что, друзья, смотрите, не переключайтесь. Чтобы вырезать чашечку, я приготовил вот такие заготовки две из сосны. Вот. Когда шел, упавшую сосну увидел. Вот, отпилил от нее вот такие две чурочки. Одна большая, одна меньше маленько. Вот, будем из нее резать сегодня. Спробуем, что у нас из этого выйдет. Резать, ребята, будем резаком. Я себе взял резаки. Сейчас покажу, какие. Птички поют. Это означает весна уже. Вот, друзья, смотрите. Ложкорез у меня есть. Также есть вот такой ножичек маленький. И маленько побольше есть. Вот такой. Вот этими инструментами спробуем сегодня вырезать. Не знаю, друзья, буду резать первый раз. Что из этого выйдет, увидите сегодня сами. Где-то там птички поют. Да, скорее всего, разведем костер. У меня, кстати, друзья, тот топор, который вы видели, я переделанный. Вот здесь вот вырезан под лесной. Он у меня сломался. Я, кстати, отдал его на ремонт. Мне сделают новую ручку. И когда, кстати, болгаркой выпиливали здесь, мы его отпустили, металл. Поэтому, друзья, его нужно закалять заново. Вот. А тут купил себе за тысячу рублей в строительном магазине вот такой топорик с длинной ручкой. Удобно очень. Колоть дрова, рубить деревья. Размах большой, сила удара больше уже идет. Ну вот. Сейчас будем им работать. Начнем, друзья, я думаю, с маленькой заготовки. Большую позже будем обрабатывать. Там как время будет. Сейчас я вам покажу примерно, как все делать. Данную чашечку, посудинку. Удобно длинным топором работать.
так вот стесываем. Ровненько. Я взял уголек нарисовать. Примерно контур нашей будущей чашечки. Где мы будем резать. Такую посудинку с вами сегодня вырежем. Режется она не очень. Ну, вот так вот. Выбираем серединку. Поначалу шла тяжело, сейчас идет полегче. Постоянно переворачиваем, чтобы у нас одинаково было, равномерно выбиралась середка. Так что, ребята, у нас сегодня маленько бушкрафта, карвинг. Вырезаю себе небольшую чашечку, посудинку для чая, да, для пищи лесной. Вон, друзья, видите, что уже получилось. Потом это все выпилим, ножичком маленько обработаем, и будет вот такая чашечка. Порезался маленько, сбил себе косточку. Что-то на улице ветер поднимается. Я сегодня одел горку от компании Military. Не знаю, вроде как не продувает. Сейчас будем жарить рыбу. Окуней взял с собой из дома. Сейчас вот дорежу маленько. Вырезать, конечно, это все долго вам показывать от начала и до конца. Так, некоторые моменты только буду показывать.
Пока сырая, легко режется. Маленько подсыхает, она уже тяжело идет. Вот такая посудинка будет. Интересная. Продолговатая. Сейчас подровняю, да буду обтесывать, лишнее убирать. В планах потом куксу спробовать сделать, чашку. Но пока начал с этого. Потому что впервые работаю инструментами такими для резьбы по дереву. Решил спробовать. Надо, чтобы это симметрично было внутри. Сейчас маленько обработаю. Ну вот, думаю, все. Сейчас будем обрабатывать наружную часть. Топором уберу все лишнее. Ну а там посмотрим. Ножиком, если что, доработаю уже посудинку такую. Снег проваливается уже. Ну вот. Вот такая чашечка. Сейчас мы ее ножиком доработаем. И будем жарить рыбку. Так. Ложкарез мы сейчас сразу уберем. Он нам пока больше не нужен. Чтобы его не потерять тут в снегу. Фу.
этот, думаю, тоже пока не нужен. Вот этим будем пользоваться. Ножиком. Дорабатывать. В принципе, можно еще топориком маленько доработать, чтобы меньше снимать ножом. Но боюсь, она лопнет. Сосна еще не совсем от зимы отошла. Ну вот, друзья, осталось маленько. Обработать. Выровнять, где неровности. После ножовки до топора. Получится, друзья, вот такая чашка. Видите? Можно кушать, можно пить из нее. Ну, это моя первая моя такая работа. Никогда не работал инструментами такими. Так что, друзья, строго не судите. Сейчас наберем бересты. Снег уже проваливается. Березу не портим. Собираем сверху кору. Осталось щепок. Сейчас или разожгем щепками костер. Деревья скрипят. Блин, ветер, зараза, дует. Терка бы нам не надо было. Ничего, надеюсь, разгорится. Поднимается ветер. Хоть бы вот эта лисина не упала. Самое главное. Ha ha ha.
причине кто-то ходит. Тишина. Прекрасно. Вот, друзья, та самая устная бородатая. Тут ее по всему лесу у нас много. Не знаю, где так наломать. Сейчас еще одну перерубим. Сухая лесина. Вот, я взял с собой сковороду. Потом подсолнечного масла. Ну и, естественно, рыбку. Что мы будем с вами жарить? Вот таких замечательных окушков, которые наловил я на кондоме на зимней рыбалке. Хлеб. Ну и, друзья, сосисоны. Сегодня мы их тоже пожарим. Думаю, будет вкусно. О, костер горит. Такая у нас сегодня лесная кухня. Снова с вами, друзья. Затрещало уже масло. Ну что, ребята, пошла первая партия наших окушков. Вкусно будет. Ой, уже запах чувствуется. Обалденный.
вот так вот со всех сторон обжариваю до золотистой корочки. Видите, какая золотистая уже. Так, мы их посолим. Также еще я взял с собой лук. Ну, лук обжарим уже в последнюю очередь. Когда последнюю порцию будем жарить. Так, ну что, друзья, первая порция готова у нас. Вот такая золотистая рыбка получилось. Мы ее будем выкладывать. Будем жарить вторую порцию. Нальем еще маслечко. Сейчас сразу положим, а то брызгается. Чтобы не брызгалось. О. Мусор сразу в огонь. Ну, а сейчас будем пробовать нашу рыбку. Хлебушек. Сейчас пробуем с нашей чашечки чаек попить. Горячего чая. Вот такой чаек у нас. Смотрите, друзья. Вкуснотища. Чешую, друзья, я не снимал. Обалденно. Дымком отдает еще. Еще даже запах дыма стоит. От костра. Так будем кушать, друзья, вторую порку окушков. Смотрите, друзья, какой золотистый окунь. Жареный. Мясо, смотрите, уже белое-белое.
У нас пошел первый дождь в марте месяце. Так что будем собираться домой. А то я пришел на лыжах. Сейчас лыжи намокнут, не поедут вообще по снегу. Так что, друзья, ладно, не забываем подписываться на канал, ставить лайки. Вот и снег пошел. То снег, друзья, то дождь. Сибирь непредсказуема.